рассада и не фанфар, это гибридное многолетнее растение небольшого размера, которое может цвести повторно. На соцветии появляются бархатистые красные цветки с белой прожилкой в центре каждого лепестка. Цветение обильное, производит неизгладимое впечатление. Этот сорт лучше высаживать на солнечных участках, на умеренно влажной почве с хорошим дренажом. Почву рекомендуется дополнительно удобрять перегноем и следить за достаточностью увлажнения. Сорт Эни Фанфар отлично смотрится в бордюрах, в разных цветниках, при групповых и одиночных посадках. Цветение приходится на июль и август. Пересадку следует делать ранней весной или поздней осенью. Лилейник гибридный Эни Фанфар это травянистый высотой от 60 до 70 см, диаметром 40 см. Цветет растение в месяц июль-август. Окраска цветка малиново-красная с желтовато-зеленым горлом. Размер цветка этого прекрасного растения достигает 7 сантиметров. Весной листва по цвету зеленая. Лилейник гибридный Эни Фанфар создал Эйден. Годом создания растения считается 1981. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.